Всем привет, я Ксения Коваленко, игрок женской сборной России, и мы ведем прямой репортаж из Новогорска с национальной мужской сборной. Все очень просто. Чего? Давай. Да, задаешь любой вопрос. Если спикер любой. Хороший, то он сам все тебе говорит. Все расскажет, да. У нас, я помню, был случай, когда корреспондент очень волновался и брал интервью Газаева после матча. И он прямо вот так трясущей рукой спросил: Ну как? И все ему Валерий Георгиевич рассказал. Так что нормально. Я тоже могу сказать. Да. Тепло, хорошо. Все хорошо. Солнышко, да. Здравствуйте. Как дела? Нормально. Что, делать будем? Сниматься? Чем? Я вам задам пару вопросов, можно? Да. Расскажите, пожалуйста, как ваши дела, как сбор, как вчерашняя игра? Все хорошо. Все хорошо. Отлично, да. Готовимся к предстоящим играм. Я так смотрю, у вас травм нет, все хорошо, да? Что, так видно? Определяешь так сразу? Я так, да, смотрю. Я так умею определять. Да, все потихоньку. Ладно, ответьте мне на вопрос, каково сидеть на сборах, когда все отдыхают? Да, давайте, особо давайте. Уже привыкли, не думаем об этом. Не обманывайте, ты не думаешь об этом. Не, ну думаем немного. Ну потом отдохнем, что после сборов. Главное, две игры выиграем, да. Отдыхать будем. У нас самый главный отпуск, наверное, все-таки зимний получается. Ну, месяц да. Отдыхаем. Нам хватает, да? Ну кто как, конечно, да. Свободно, идите разминайтесь. Спасибо. Как они отвечают? Да, после тренировки прямой эфир. Ну, так ладно. Что у меня есть. Не хочет быть звездой сегодня. Я в шоке, если честно. Что, ты репортер? Да. Можно я тебе чуть помочь? Ну, прям слегка. Ну, хорошо. Расскажи, пожалуйста, как настроение, как дела? Как постановка в сборной? Постановка или обстановка? Настроение хорошо, лето, солнышко. Все в удовольствие, поля великолепного качества. Обстановка сборной, как обычно, веселая, семейная. Готовимся к матчам. Ладно, раз на то пошло, ты говоришь, лето, жара, все хорошо. Ну, расскажи тогда, каково сидеть на сборах, когда все отдыхают? Ну, у каждой медали есть две стороны, поэтому, если хочешь играть за сборную, нужно чем-то жертвовать. Тем более, карьера футболиста не такая продолжительная, поэтому не так страшно. Согласна, возраст у тебя уже чуть-чуть давит. Куда давит? Ну ладно, я шучу. На самом деле, рад тебя видеть. Спасибо, взаимно. Удачи тебе. Хорошо выглядишь. Спасибо. Ладно, расскажите, как дела? Все супер. Травм нет? Готовимся. К чему? Ты готовишься? Тьфу-тьфу-тьфу, нет. Ты сейчас... По дереву. Офигели совсем, смотрю. Ладно, каково сидеть на сборах, когда все отдыхают? Да уже как-то привыкли. Да. Не обманывайся. Стараешься не заходить в Инстаграм, чтобы не сидеть. Ну хочется, да, уже отдыхать? Довезете? За сколько? Да. Ну так, чуть-чуть. Все, не мешайте нам, пожалуйста. Кстати, что там тебе уносили, что там тебе, да? Ну чего да, есть покажу, маленькая травма. Там ногу, похоже, свело. У Ксении Коваленко. Ну вот это капитан, это капитанище. Эльвира Тодо, тут аплодисменты сейчас от всех болельщиков и торпеды и ЦСКА будут. Ну какая же все-таки она, ну глыба. В смысле показуху? Почему сразу показуху? Не знаю. Не могла ходить, что? Сейчас хожу хромаю. Да? Могли бы донести, в принципе, кстати. Что ты смеешься-то? У нас не столько сил, сколько у вратаря. Ладно, все, надоели бы мне. Надо найти. Да, идите потренируйтесь, только хорошо тренируйтесь, хорошо? Как обычно, да. Ну не знаю, как всегда или нет.